Всем привет, всем привет. Меня зовут Максим, это канал DGFM. Или продолжаем WWE 2020. У нас вновь вселенная и новоиспеченный чемпион вселенной сейчас выходит на SmackDown. Не дали ему совершенно отдохнуть после последнего боя, после такого тяжелого боя, по крайней мере для меня. Я не знаю, как для Сины, но я тогда подустал. Да, чемпиончик наш, чемпиончик. Да, противник его сегодня будет Дольф Зиглер, внезапно, неожиданно, я не знаю почему так, но как-то так. Бой не за чемпионство, бой просто так, просто чтобы был. Жаль, что нельзя делать, довольно частую защиту. Я вообще не контролирую ее. Очень жаль. Я не могу работать тут распорядителем боев. Не могу ничего менять. Это очень и очень жаль. Хотя, может быть, и могу. Надо будет посмотреть, на самом деле. Может быть, если я разберусь со всем этим, то будем делать что-нибудь прикольненькое. Дольф Зиглер, как-то давным-давно Катя прошла ВКонтакте тест, кто ты из рестлеров, и вот это Катя, Дольф Зиглер. Вот, как бы это странно тоже не звучало, я вроде бы тоже проходил, и я тоже Дольф Зиглер. Вот так. Кстати, надо будет посмотреть, может быть, он где-то завалялся. Или найти его поиском каким-нибудь ВКонтакте. Не знаю, можно это или нет. Но если что, выложим куда-нибудь в группу и посмотрим, какие у нас есть рестлеры в нашем сообществе. Так, ну окей, все, все готовы? Понеслась. Хорош. John Cena is one of WWE's longest tenured veterans, but he's still got plenty left in the tank. I agree with you, Byron. There's a reason they call the guy. Нет. John, you better change direction. Понятное дело, что он не собирается еще сдаваться. Dolph Ziggler turns it around. Сидя, уйди нафиг. Так, хорош. А, не. Неплохо. Неплохо, очень даже хорошо. Потратил два риверса, но сделал мне минус. Теперь мы немножечко получаем. Блин, жаль, что никак нельзя ускорить выздоровление наше. К сожалению, нельзя. Ну да, конечно. Мечтай, Дольф. Some might remember seeing him as a caddy or a cheerleader. Once Dolph Ziggler debuted on Raw in 2008, the show-off's been stealing the show and winning WWE gold. Dolph Ziggler is probably one of the most overconfident superstars on the WWE roster. Is that an advantage? Huge advantage. Dolph comes into the match so sure of himself, victory's a foregone. Блин, кстати, все, копим два финишера и делаем ОМГ, потому что Сет нам тогда не дал это сделать. Может быть, сейчас у нас получится это все провернуть. Я, конечно, не обещаю, но попытаться стоит. Опачки. Да хватит. О, вот это шлепок по грудинке. What a great match we have here on SmackDown Live.
Очень, конечно, долго все происходит, но ладно. Так. Да ну ты серьезно промахнулся. Вот это звук. Так, Сет, ты сам встанешь, ладно? Я тут пока отдохну. Так, отлично, и должна быть Сигна. Да, отлично. Отличненько. Все, хорош. Это очень хорошо, но финишеры мы не тратим. Хотел отправить в угол, но не получилось. Ау. Сейчас приду, подожди. Дольфик, успокойся. Вот это плохо. Вот это плохо, мы сейчас можем получить. Да, что такое? Ай. Ай. Ты чё, Дольф? There's no retreat and no surrender when it comes to John Cena competing inside that 20 by 20 foot ring. Cena's motto of never give up is a way of life for the WWE icon. The power, the fire, the drive to be the absolute best in this business encapsulates John Cena. All Cena cares about is taking care of business in that ring. Блять, ОМГ было. Я хочу это сделать. Я не знаю, что он сделает. Красивенько, некрасивенько. Да ну хорош. Отлично. Так, вот это. Фух. Выбрались, тихо. Не-не-не-не-не. А, это не зигзаг. Хорошо. А сейчас будет зигзаг. Нет, вот сейчас будет зигзаг. Нет, не будет. Хорош. Что, мы встать быстрее него? Но нет, не хочет вставать быстрее. А вот сейчас зигзаг мы ждем. Ждем зигзаг, но надо его реверсить. Судья, уйди, ни хрена не видно из тебя. Блин! Нажал же! Так, отлично, выбрались. Сина получает по помидоры, по полной ему. Хорош. Ну блин. Да ну ху-ху-ху. Что-то не идет, не получается у меня за Сину играть. Новоиспеченный чемпион-то что-то не получается у меня за него. Сигна. Сигна прошла, отлично. Фух. Тихо, ОМГ был, но куда-то исчез. ОМГ был, да исчез. Отлично. Ну я понял, это два. Два подряд. И все, я думаю, будем удержание делать. Все, хорош. Хорош. Да, да, еще раз да. Отстоял поединок, конечно, не надо было защищать пояс, но в любом случае отстояли, выиграли. Нельзя проигрывать чемпиону, только-только завоевав титул. Нельзя. А, даже подружились с Дольфом, отлично. Теперь они корешки, кореша, друганы, братаны. Дружище. В общем, отличный бой. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то, конечно же, ставьте лайкосик, подписочку, оформляйте. В общем, был с вами Максим, канал GG Family. Посмотрите на это лицо Джона Сины. Он стиснул губы. И не знаю почему, но
Вот как-то так. Ладно, ребятушки, все. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.